Андрей Владимирович, я хочу настоящие теплые доверительные отношения, хочу научиться этому. Вот в чем вопрос у меня. Прямо во время обучения, так сказать, приступать к практике или сначала все изучить по этому вопросу, а потом уже полностью подготовлен приступать к делу. Простите, если вопрос звучит смешно, вот, но я вполне серьезно. Значит, здесь вся жизнь — это учеба. Вот. И нам надо внутренне вот быть готовыми к тому, чтобы постоянно учиться, постоянно обретать новые знания, новые навыки, новые способности, более глубокое понимание мира. Это одно из составляющих увеличения собственной ценности, которая очень важна для того, чтобы те самые отношения, в которых вы будете представлять ценность для партнера, стали возможны. Вот, поэтому нету периода, в который вы можете сказать: я все выучил, и вот с этого момента я сейчас приступлю к счастливой жизни. Вот, такого не будет. Я очень много читаю, мы проводим много исследований, мы проводим много новых программ, экспериментов всяких там и так далее, для того, чтобы понять, как все работает, как усложнить эти наши знания там и так далее. Поэтому нет конца обучения. Вот. Если мы говорим конкретно о курсе «Красная таблетка онлайн», значит, там он построен таким образом, что в результате каждого занятия вы будете получать не только теоретическую часть, всякие разъяснения там и так далее, но обязательно практические задания. У вас есть там совместные чаты, есть кураторы, которые будут вас поддерживать, которые будут помогать вам и так далее. И многие из этих заданий связаны с тем, что вы будете в хорошем смысле иметь повод взаимодействовать с другими людьми. И уже во время этого, понимаете, обучения ваши отношения с ними будут становиться объемнее, глубже, интереснее, понятнее.